Когда человек приезжает на какой-то семинар сатсанг, где ему, например, говорится, послушайте тишину, ощутите пустоту. Зачем это ощущать? У человека от этой команды формируется моментально мысль и образ. Когда вам говорят, послушайте тишину, вы не слушаете тишину. Вы играетесь в идею о слушании тишины. И, во-первых, в идею о тишине, и в идею о том, что вы ее слушаете. То есть здесь идея идеи погоняет. Вот она, иллюзия, необратимость этой иллюзии. Человек должен еще вот такой себе задать вопрос. Вот те мастера, которые считают себя таковыми, они призывают вот к этому какому-то великолепию, блаженству, парению, вот все такое жизнерадостное. Бесспорно, жизнерадостность – это здорово, но она не должна быть искусственно притянутой за уши.